Покажу вам стратегические запасы, которые остались. Здесь эта половина банки. Там еще не убирала. Сейчас просто протерла банки, чтобы видеть, что у меня осталось. Вот. Сейчас поближе. Это вот покупные соки брала. Летом брала. Баночка была 560, что ли. Сейчас вчера в магазине смотрели, 1500 стоит. Это вот мультивитамин. Там два яблочных. Здесь абрикосовый сок. Это огурцы остались. 6, 7, 8 банок. Это мои помидоры. Вот эти в собственном соку. Вот. Их надо заболтать просто. Здесь разнобой. Это все с огорода, ребят. И такие ракета. Мелкие вот эти. Но вот эти мелкие, почему не нравятся мне, в этом году не буду сеять. Я их и в прошлом году не сеяла, по-моему. Или сеяла. Там семечек больше, чем самого помидора. Ну, прикольно сорвать зимой. Ой. Учет. Это в интернете вычитал какой-то рецепт. Там соус перекручиваешь на мясорубке. Здесь резанные помидоры, тоже свои. Но вкусные. Здесь вот тоже черные помидоры. Вот черный помидор. Разнобой. Их сколько там вот? 6, 9. Вот здесь не протерла. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 банок помидор. Это покупная малина. На пробу взяла. Это тоже покупное варенье. Лимон, айва. И вот это вкусное такое прям взяла. Лайм и мята. Брала несколько банок, вот одна осталась. Так. Это урючное все, вот этот. Вот это штабелями двухэтажное, урючное. Это клубника своя. Вот три банки всего. Тоже что-то не протерла. Это горький перец прокрученный с хреном, с чесноком. Там. Вот это раз, два, три, четыре баночки. Это аджика. Аджика слива. Ткемали с мясом. В прошлом году сделала что-то, ну, на любителя. Но с мясом хорошо, ребят. Это вот сделала я такой салатик. Не знаю, типа это все с огорода было. Морковка, болгарский перец, зелень. Здесь это один вид. А вот это здесь зеленые помидоры. С осени, которые остались. Зеленые помидоры. Здесь вот... Вот это, этот кальраби. Но я вот эти салаты использую на этот, на рассольник. Вот это осталось у меня. Это свекла. Там баночка осталась. Осенний салат сделала, одна баночка осталась. Вот это две баночки. Это с огорода земляника. Она как джем получилась, она вообще никак. Землянику сажала, семечек 4 года назад переехала сюда, посадила семенами, видите, мелкие. Вот. Это варенье из сливы, вот одна банка с грушей осталась, тоже слива. Вот это чернослив, с чернослива варенье все, вот это стопочка. Вон баночка, это вот урючная. Так, нам надо было свет включить. Здесь вот земляника и урюк. Вот эти, уже понятно, да? С вишней. Своя вишня. Это три банки. Три банки осталось. Вот этот мохито сделала. Вон веточка мяты внизу. Вкусная. С апельсином. Это говорила, да? Нет, это своя слива. Возле беседки растет слива. Все, ребята. А, забыла снять. Это покупную брала. Клюква варенье. С черной смородиной. Малина. Лимон, имбирь. Просто лимон. И облепиха. 4-литровые баклажки.
Но, ребята, вкусные. Я почему-то раньше не доверяла таким, на оптовке видела, покупала, думала, ой, бодяжные. Вкусные на самом деле. Вот они были по 3500, малину брала, цена. А, по 3000. Это тоже по 3000. Там уже не видно. А там наверху цена, там уже по 4900, по-моему. Смородина и клюква. И облепиха 4900. Ну, вкусные, ребята. Вот такие запасы остались. Я их протерла, чтобы видно было. Инкубатор в кадр попал. Это то, что осталось. Да, Симона? Да.